Чуваки, вот и начинается второй сезон «Жизни короля» в Майнкрафте. Я думаю, он будет лучше, намного интересней. Ну и подлиннее, я думаю. Поэтому давайте поставим лайк, подпишемся на мой канал, напишем комментарий и колокольчик на все уведомления включим. Ну а мы переходим к видеоролику. Поехали! Давным-давно было очень большое королевство, которым правил замечательный король. Стоп. Это не то. Давай по новой. Не так давно в небольшом королевстве правил король. Его звали Нетро. Ему снились сны про то, что он погубит свое королевство. Но он не знал всю правду. И он отправил своего кузнеца на поиски нового артефакта для брони. Но спустя некоторое время в его королевстве появился разбойник. Но кузнеца не было уже довольно долго. Этот разбойник был просто ловушкой, чтобы схватить короля Нетро. Когда он очнулся, он увидел перед собой человека, который снился ему в снах. Это оказался кузнец. Но что произошло дальше, вы сейчас узнаете. Как же плохо мне. Опять он пришел сюда. Ну как тут наш король поживает? Скажи мне, где ты спрятал сокровище? Или нет? Сокровище? Скорбницы? Об этом все знают. Ты знаешь, о каком я сокровище говорю? Можешь убить меня, но я тебе ничего не расскажу. Что? Убить? Нет, это будет слишком просто для тебя. Сначала я узнаю, где ты спрятал сокровище, а потом тебя ждет участь хуже смерти. Это мы еще посмотрим, кузнец. Ладно, я пойду. Ты только никуда не уходи. Я думаю, Люциус меня никак не сможет найти. Поэтому надо выбираться самому. Отлично. Тебе осталось самую малость. Надо торопиться. Схватить его! Меня заметили! Надо скорее уходить отсюда! О нет! Вот ты и попался! Ты хотел сбежать от меня, да? Нет, ты что? Я просто мимо проходил. Ты не учел, что нас тут много. Тебе нет отсюда выхода. Ну так что? Где сокровище? Люциус, это и правда ты? Но как? Как ты меня нашел? Хорошо, тогда давай скорее. Нет. Люциус. Люциус, что там с кузнецом? Появлялся ли он? А что люди говорят? Что говорит наш народ? Очень странно.
Он как сквозь землю провалился. Ладно, можешь идти. А я, наверное, пойду прогуляюсь по моему королевству. На людей посмотрю, как они живут там. Как же все-таки красиво в моем королевстве. Здравствуйте. Пшеница растет. Урожай замечательный. Тут даже кони у стражников ходят. Красота. Особенно весной. Весной тут очень красиво. А зайду-ка я к Изабелле. Проведаю их, так сказать. Можно войти? Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Не могу остаться. А, ну если яблочный? Ну тогда ладно. Можно и попробовать. Подожди, откуда ты узнал? Я ведь тебе не рассказывал. О, тогда понятно. Мы его никак не можем найти. Он как сквозь землю провалился. Был и исчез. Хороший совет. Может, это и поможет. Но мы его должны отыскать. Стражник? Зачем ты меня потревожил? Это что-то срочное? Что? Спасибо за гостеприимство, но мне пора идти. Конь готов, Люциус? Отлично. Тогда быстрее выдвигаемся. Вот, кузнец, мы и встретились. Теперь готовься к смерти. Воины, вперед! Убить его! Это что за магия такая? Ты кто вообще такой? Как ты это сделал? А что, хочешь на себе попробовать? Ну давай. Я тебя убью. Знай это. Убейте его. Не хочу силы тратить. Хватит посылать своих воинов. Ты прячешься за ними, как слабак. Ну ладно, я давал тебе шанс на жизнь. Получи. Как же мне справиться с этой магией?
Ага, не работает больше. Теперь ты бессилен. Откуда эта стрела? Нет, Люциус, не надо. Битва была против очень сильного противника. И я, похоже, что-то сломал себе. Так, хорошо. Нет. Нет. Тут болит. Что? Какой месяц? Кто же королевство защищать будет? Ладно. Отдых. Отдых значит отдых. Интересно. Как же я буду... Без войн и сражений. Чуваки, если вам понравилась эта серия, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я думаю, следующий даже будет покруче, получше, я думаю. И если вам понравилось, как не актеры сами пишут, а я вставляю отдельные слова, если вам так и понравилось, то напишите это в комментариях, как лучше, как актеры писали, или... как я оставляю сам текст. На самом деле был Нетро, всем удачи и всем пока-пока.